Всем привет! Меня зовут Валентин Шкандыбин, и сегодня я вам расскажу о варгане, который называется Данмой. Родина варгана Данмой – это Вьетнам. Это достаточно древний варган, их существует множество разновидностей. Сегодня я расскажу про двойной, который из двух язычков, и про басовый. Еще у меня для сравнения в руках это дугообразный варган, который необходимо прислонять к зубам для того, чтобы играть. У него несколько отличается техника игры, но мы говорим о Данмой, поэтому я его откладываю. Варган Данмой, как я уже сказал, сделан из цельного куска. И, собственно говоря, как на нем играть? Мы прислоняем вот этой частью к губам, держим плотно, хорошо зажав пальцами. И слегка касаясь, дергая за вот эту часть, мы извлекаем звук. Можно слышать о том, что он даже так звучит и вполне громко. Но для того, чтобы изменять звук, для того, чтобы добавлять различные звуковые эффекты, нам необходимо его прислонять к губам. И что же происходит? А происходит у нас изменение звука. Как меняется звук? Звук меняется за счет движение губ. За счет движения языка. Также здесь я сейчас применю, помимо движения языка, артикуляцию, звук ла-ла-ла-ла-ла. И движение языка ближе, дальше, вверх, вниз. Все это также отражается на звуке. Можно добавлять горловые эффекты. Такие звуки, как эйя, айя, ойя, ия. Айя, эйя, айя, ия, айя, ойо, ойо, звук я-я-я-я-я-я-я-я. Конечно же, мы задействуем легкие, и это дыхание. За счет дыхания мы удлиняем или наоборот делаем короче звук. Также это влияет на громкости. И добавляется диафрагма. За счет диафрагмы мы можем получать различные дополнительные призвуки и эхообразные эффекты. Некоторые варганчики, но это особенно если чуть-чуть подогнув язычок, можно заводить при помощи дыхания. Мы ловим поток воздуха, при помощи потока воздуха вибрацию и продолжаем ее. Здесь он на выдох сейчас работает. Но если постараться и подогнуть в другую сторону, то он будет работать на вдох. Нужно делать аккуратно, чтобы не сломать. Вот. Я вдыхаю в себя, и он работает. Вот. И можно также вернуть обратно. Ну, в любом случае, куда-то он будет заводиться. А вот сейчас никуда уже. Это был двухязычковый. Сейчас я на нем поиграю, чтобы вы услышали, какие есть эффекты и, собственно говоря, как он звучит. Не буду слишком увлекаться и расскажу еще про басовый. Его отличие в том, что у него один вырез, один язычок. Также он прислоняется к губам. Дергаем за вот этот кончик. И получается у нас вот такой звук.
Вот такой варган. Что еще хочется сказать? О том, что у каждого из Данмои есть чехол, в который можно, потянув за веревочку, его поместить. Затем веревочка наматывается. И вот такая вот пимпочка, не знаю, как ее назвать правильно, вставляется внутрь, и все, варган надежно сидит там. Можно носить в кармане, можно носить в сумочке, в рюкзаке, если вы идете в поход. Достаточно простой, легкий в обращении варган. Берут его в основном начинающие, да и, собственно говоря, продолжающие, которые любят экзотику и эксперименты. Часто встречается такой момент, что покупают девушки, говорят, я не хочу слишком углубляться, вот мне хотелось бы такое. Ну, некоторые переключаются потом на более серьезные, на более такие, скажем, профессиональные, дугообразные. Ну, это на любителя. Каждый выбирает то, что ему по вкусу. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, следите за новыми видео. Их будет еще много. Ну и до новых встреч. Пока-пока.